В 26-й раз в Омске провели один из этапов Кубка Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти героя Советского Союза Николая Чепика. Под сводами омского велотрека в борьбу за награды престижного турнира вступили представители военных учебных заведений из 10 регионов страны. Прибыль стала лучшие военнослужащие, которые прошли отборочные этапы в своих вооруженных силах. Ну, это будет идти в зачет спартакиады вооруженных сил. Турнир у нас является мастерским, где присваивают мастеров спорта. Соответственно, уровень спортсменов самый наивысший. Среди бойцов, представлявших на соревнованиях Омскую область, был курсант 242-го учебного центра ВДВ Егор Ерохин. Он уже четвертый раз проверяет свои силы на турнире памяти Николая Чепика. В копилке Егора уже есть 2 серебряные награды. На этот раз он был настроен не менее решительно. Победу по очкам одержал боец синим поясом Ерохин Егор. Выиграл первую и вторую схватку. Идти дальше надо. Завтра финал. Надо готовиться завтра на финал. Выиграть финал, этот, выиграть турнир. Выступал просто на этом турнире, занимал 2-е места. Не мог выиграть в финале. Ну, чуть не получалось. Надо пробовать. На следующий день омский боец вышел на финальный поединок, где с минимальным отрывом со счетом 2-1 уступил Даниилу Самхарадзе из Екатеринбурга. В итоге копилка наград Егора Ерохина пополнилась 3-м серебром. Вообще я хотел бороться в этот раз. Не поборолся, не так на руках перебивались друг с другом. Ну, что-то получалось, что-то не получалось. Все во время боя как бы. Так, сам доволен результатом. Ну, чуть-чуть еще не хватило. Еще одним финалистом от нашего региона стал перворазрядник Рамазан Малаев. Его ждал непростой бой, ведь соперничать в решающем поединке ему пришлось с мастером спорта Леонидом Смирновым из Костромы. Приготовились, время, бой! Чистую победу одержал и стал победителем этапа Кубка Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою в память героя Советского Союза Николая Чепика. Смирнов Леонид. В том году первым стал. Да, нравится. Хороший турнир. Хорошие бойцы приезжают. Есть с кем биться. Напряженный бой провели финалисты в весовой категории до 85 килограммов Станислав Тикунов из Ульяновска и Евгений Новосельцев из Рязани. Победа в итоге досталась мастеру спорта Станиславу Тикунову. С этим соперником встретились второй раз. Поэтому его, так скажем, уже знал, подрался с ним. В принципе, тактика какая-то была у меня. Все получилось, все сработало, поэтому победил. Парень в основном ударник, поэтому старался выиграть за счет борьбы. Больше за счет борьбы, вот все. Награды победителям и призерам вручил министр спорта Омской области Дмитрий Крикорианц, который всегда подчеркивал не только спортивную значимость турнира памяти Николая Чепика, но и его роль в патриотическом воспитании молодых бойцов. Это такая история, которая достойна вот именно такой молодежной памяти, прекрасного примера служения Отечеству и в то же время как бы пропаганда здорового образа жизни. В командном зачете победу одержали спортсмены Центрального военного округа из Екатеринбурга, серебро завоевала сборная ВДВ из Москвы, а 3-ми стали бойцы военной академии радиационной, химической и биологической защиты из Костромы.